Здравствуйте, с вами Алиса Толкачева, художник, дизайнер, поэт. Сегодня я в гостях у замечательной компании Monplatin и тестировала практически вживую на себе продукцию этой компании. Только что у меня была прекрасная процедура по лицу, я, безусловно, там практически растворилась, уснула, напитала кожу, ощутила прелесть, почувствовала очень тонкие, замечательные ароматы купажа этой компании. И, безусловно, как завершение этой процедуры получила прекрасный подарок, как комплимент от Monplatin. И вы знаете, конечно, с нетерпением жду, чтобы быстрее открыть эти замечательные баночки. Посмотрите, какие красивые коробочки. Здесь и косметика для тела, и косметика для лица, и косметика для ручки, ножек отдельно. Понятно, что ручки и ножки – это наше тело, и тем не менее, какие-то части мы можем баловать с особой тщательностью. Я думаю, что вот как только я доберусь до своего, прежде всего, фитнеса, сегодня я туда иду, вот я там прямо протестирую практически все возможные средства. И для волос, и для кожи моего тела. И посмотрите, какой красивый кейс делает компания Monplatin. Это очень приятно, потому что мы, девочки, любим красивые коробочки. И мы знаем, что туда складывать, даже когда закончится косметика, правильно? Там будут бусы, браслеты и наши драгоценности. И все самое-самое важное. Может быть, даже какие-то самые любимые фотографии, которые хранят именно те воспоминания, благодаря которым какие-то вещи остаются у нас в памяти надолго в виде запахов, в виде настроения и в виде хороших воспоминаний. Monplatin, я с вами.